Хаммерсы начали выполнять свою работу, и тогда нас полностью, нам тогда наши склады, где были минимум, ну так сказать, склады, где у нас было все оборудование, вся техника, накрылось все. 13200 и 15300, ну тогда и там был, конечно, сущий кошмар. Все пришло очень точечно в технику. И вот. Эти были неудобные, это неудобные дни, неудобные.